Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні будемо говорити про безпосередньо лінію бойового зіткнення, що відбувається на фронті, де сили оборони мають перевагу, де ворог тисне найактивніше, ну і перспективи цієї війни визволеної України. З нами на зв'язку є експерт сектору оборони та безпеки Олег Стариков. Пане Олеже, вітаю, слава Україні. Так, вітаю. Героям слава. Пане Олеже, хотів би, напевно, розпочати нашу розмову з Міжнародного валютного фонду, тому що буквально вчора він заявив, зробив свій прогноз на аналізі своїх даних, що, мовляв, інтенсивність, активність бойових дій, і вони використовують слова завершення, початок завершення війни, вони прогнозують на кінець 25-го року. Чи коректно про це говорити взагалі, про те, що наприкінці 25-го року можуть бути передумови до ходу завершення війни? Знаете, финансисты всегда такие люди странные. Конечно, они живут в своей парадигме, в своем виртуальном мире. Потому что здесь, в принципе, не могут сказать, что реально будет не то, что там через год, через два. То может, что завтра будет? Какой завтра будет? Будет ли противник, например, наносить по нам, проводить в отношении нас какую-то воздушную операцию? Или произойдет какие-то еще боевые действия? Поэтому я бы планировал бы на среднесрочной, долгосрочной, среднесрочной и ближесрочной перспективе это проведение боевых действий, а долгосрочная перспектива это стратегический уровень, это больше политическая составляющая. И она связана не только с нашими партнерами, конкретно группой «Рамштайн-50», но, в принципе, и нашей едностью, и нашей гуртованностью именно нашего общества и вооруженных сил, которые могут сдерживать давление противника. Поэтому этот вопрос очень большой, широкий. Это не 10, не 20 минут рассказывать, это можно целый час читать лекции. Но я вижу, что реально, что сейчас происходит. В принципе, все зависит от того, что происходит на поле боя. Пане Олеже, якщо взяти курський напрямок і те, що зараз там відбувається, чи коректно далі казати, що продовжуються маневрені бої, немає лінії бойового зіткнення і та кількість сил ворога, яка стягнута на цьому напрямку? Наше військово-політичне керівництво казало про 50 тисяч. Чи це є справді серйозне відтягування з території України? Ну або ж, якщо казати, ті сили, які могли би бути задіяні на території України? Діло в тому, що при плануванні Курської операції наш генеральний штаб ставил перед собой и не только военные цели, но и политические цели. Один из целей, которые вы сказали, это оттягивание оперативных и стратегических резервов с Восточного и с Южного фронта. Но, к большому сожалению, противник не в том количестве, которое, в принципе, у нас планировали, он туда перебросил, и оставив основные силы на вот угрожаемых участках, конкретно еще раз Восточный и Южный фронт. Значит, второе, по политической части, они объявили там не военное положение, а контртеррористическую операцию. Таким способом чуть-чуть переформатировав ведення бойових дій. Сейчас это у них називається это видавлювання вооружених сил України з курського направлення, з курського рубежа, видавлення. От вони зараз реально проходять. Перший етап був это где-то з 10 сентября. Потом прошел второй этап с 8 октября. Вот сейчас у них на этой неделе было определенное затишье, ну, если можно так сказать, затишье. А сейчас они будут начинать так называемый третий этап. И это что означает? Это означает, на первом этапе они заняли своими воздушно-десантными войсками, морпехами определенные плацдармы. На втором этапе они эти плацдармы сейчас укрепили. Но если вот сейчас по карте брать, там Любимовка, там Зеленый шлях, Русская конопелька, Черкасская конопелька, ну вот по карте там показываете. Поэтому само по себе тактика действий такая, что пытаются
через направление Коренева и Зеленый шлях разрезать наши войска на две части. Для чего? Для того, чтобы выдавить наши подразделения с северного фланга, северного плацдарма, чтобы они отошли на южный плацдарм. А дальше уже, после того, как это, если им это удастся, значит, они пойдут на юг и попытаются выдавить до государственной границы. Поэтому, я так думаю, в ближайший, может быть, тут день-два, ну, в третьей декаде октября, она уже, в принципе, началась. Я так думаю, активные боевые действия начнутся, и противник начнет выдавливать. Кстати, северный фланг, вот в районе Любимовки, у них за ночь удалось наши чуть-чуть оттеснить и передвинуть сдвинуть на более южный участок. Поэтому ситуация тяжелая. Ну, генеральный штаб прекрасно в этом разбирается и сейчас делает все возможное, чтобы перебросить туда резервы. Ну, во-вторых, и как вы правильно сказали, из мобильной обороны, то есть наша мобильная оборона должна быть более профессионально выполняющие боевые задания, потому что и самое главное – это связь с вышестоящими штабами. Ну, а погода накладывает на нас определенные условия и определенные угрозы. Но дело в том, что дорог там особо-то нету. А в основном дороги там грунтовые, а с учетом того, что оно все размывается, а техника у нас колесная. А колесная техника по грунтовым дорогам, которые размыты, особо-то не проходит. Но а гусеничная техника, вот говорят, танки грязи не боятся. Да, у нас гусеничная техника там минимальное количество. В основном колесная, для чего? Опять же, для активных маневренных действий. Поэтому ситуация тяжелая, и чем погода будет ухудшаться, тем нам будет тяжелее вести маневренные действия и противодействовать наступательным порывам противника. Пане Олеже, якщо говорити про те, що пишуть воєнкори російські в своїх зетпабліках, вони там, можливо, це і ПСО, але загалом доцільність. Я про доцільність. Захід в інші дві області Російської Федерації, де також оголошено КТО, це на північ, на захід, давайте так знати, від Курська, це є Брянська область, північно-західний напрямок, і південно-східний, це є Білгородська. Наскільки доцільно там силам оборони можливо розпочинати якісь активності? Ну, вы задаете правильный вопрос. Это в военном искусстве. Для того, чтобы, опять же, противник рассредоточил свое внимание, необходимо наносить соответствующие удары на других направлениях. Ну, вот в сторону Белгород, Брянская область. Это, в принципе, это логично. Почему? Потому что если мы будем задействовать роту, например, роту, то противник должен задействовать как минимум полк. Если мы задействуем батальон, ну, рот это 100 человек, батальон там, если линейный, 400 человек, если отдельный, 600, там, 800 человек, то противник будет задействовать бригады. Это вот для того, чтобы как-то заблокировать ведение мобильные действия наших подразделений. Поэтому само по себе такие действия будут логичными, но они упираются только в одно условие. Есть ли у нас соответствующие оперативные и стратегические резервы? Если они есть, то их, в принципе, можно перебросить вот в той пропорции, которую я сказал. Даже взвода достаточно для того, чтобы нарушить планы противника, и он начнет перепланировать свои боевые действия, а это попробуй снять с какого-то участка батальон. Это кажется, что так легко. Дали команду и пошел. Нет, это как минимум надо, во-первых, запланировать, потом провести расчеты. Это будет до 7 дней, до недели. А в войне время имеет материальное значение. Это как и личный состав, как боевая техника, как боекомплект. Это то же самое и время. Поэтому здесь вопрос
И хотя тут кажется, что тактическое направление, но такого уровня решения они будут влиять на оперативные, на оперативный уровень и, может быть, даже на оперативно-стратегический, потому что у противника с учетом того, что резервов может не хватить именно на северном направлении, то придется ему перебрасывать с восточного. Но есть еще опасность для нас. Если нужно ли нам бросать на Курское направление, если на Восточном фронте есть большие проблемы, связанные с тактическим кризисом, а на отдельных участках оперативно-тактическим кризисом. Поэтому здесь ведет расчеты генеральный штаб. Он владеет всеми силами и средствами, он понимает, как необходимо наличие ресурсов, и он будет выполнять именно задачи и командовать такого рода бойовыми действиями. Пане Олеже, до речі, хотів вас запитатися про тактичні з'єднання. От в нас, я так розумію, основне тактичне з'єднання – це є бригада. Основне тактичне з'єднання ворога – це є дивізія. Чи ви можете, якщо я не помиляюся, ви мене виправте, окреслити плюси, мінуси, маневреність, чому в нас нема дивізії, чому в росіян основне тактичне з'єднання – це саме дивізія, на що це впливає? Ну, да, хороший вопрос. Діло в тому, що вищим тактичним з'єднанням є дивізія. Это первое. Почему дивизия? Дивизия в состоянии вести боевые действия на тактическом направлении. То есть у них есть, в дивизии есть органы довольствия, есть соответствующие подразделения, чтобы вести сухопутные, если брать в дивизию именно мотострелковую, ну, связанную с, или механизированную, связанную, которая входит в состав сухопутных войск. С учетом того, что российско-украинская война, никто в принципе не думал, что будущие войны, вот российско-украинская война, это война переходного периода, она будет наземная, как по опыту Первой мировой войны, с отдельными элементами Первой мировой войны и Второй мировой войны. Поэтому мы взяли при построении наших вооруженных сил, мы взяли опыт западный. А Запад там планировал, то есть не планировал ведение такой, не планировал ведение боевых действий в такой войне. У них самая основная задача – это была борьба с терроризмом. То есть борьба с батальонно-тактическими группами, ротно-тактическими группами. Помните, у нас до 90-го, до 2000-го, до 2002-го года были там, ведли боевые действия батальонно-тактические группы, основное подразделение. А нынешнее ведение боевых действий показало, что все чуть-чуть по-другому. И противник быстро переориентировался, из бригад перевел это в дивизию. Теперь говорю по личному составу. Бригада по разным данным, по разным, есть разные по штатному состоянию, это 3-4 тысячи человек. То есть где-то 4 батальона, 5 батальонов, 6 батальонов, или отдельных, или отдельных. Ну, батальонов 600, я говорю, 800 человек. Есть у нас дивизии, в принципе, у нас и по 8 батальонов, ну, большие, бригады, извиняюсь, бригады. Значит, а сама по себе дивизия личного состава от 10 до 15 тысяч. То есть само по себе это количество личного состава и боевой техники способно выполнить, еще раз говорю, выполнить боевую задачу на тактическом направлении. Почему в средствах массовой информации, в принципе, проходят такие толковая критика в отношении нашего высшего командного состава о том, что они выхватывают отдельные батальоны и куда-то перебрасывают. С одной стороны, логика тех, кто это анализирует, в этом есть. Почему? Потому что зачем распорошивать боевые подразделения, которые уже боевое слаживание провели, знают друг друга и тому подобное. А почему командование наше? Просто у них не хватает личного состава. Было бы, например, не бригада вела боевые действия, а дивизия, то, в принципе, особых проблем с резервами не составляло. И очень важно. Согласно боевым уставам, бригада в мирное время, то есть во время
начальный период войны и сдерживает противника на 50 километров, то есть линия боевого соприкосновения 50 километров. Во время боевых действий, вот сейчас во время боевых действий, это 5-10 километров. Вот и посчитайте, где-то 3000 человек на 5 километров, сколько личного состава находится, ну, сектор стрельбы для одного военнослужащего. А с учетом того, я говорю, это 100% штатной численности, а реально это 100% никого нету, реально где-то 70%. 80 это вообще считай хорошо, а так 70. Почему я говорю 70? Потому что если есть 60% штатная численность подразделений или бригад, бригад, оно считается ограниченно боеготовым, а другими словами, не боеготово, и данная бригада, и данное тактическое подразделение выводится на доукомплектование. Поэтому вот я сейчас попытался простыми словами рассказать сложные вещи про военное искусство, связанное с различными между бригадой и дивизией. Скажите, пожалуйста, пане Олеже, якщо згадувати, що казав Залужний перед своїм звільненням, і стаття «The Economist» його, він нагадував, що війна заходить в глухий кут, тому що ворог все бачить, що ми робимо. Залужний сам казав, що в нього в кабінеті, я переконаний, так само є і в сирського головнокомандувача теперішнього, є там, умовно кажучи, монітор, де він до деталей в 21 столітті бачить, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Що в таких умовах робити? Яка має бути асиметрія ведення бойових дій? Які засоби, на які треба ставити більше акценти? Ну, ми бачимо, що якщо йде лінійна війна з лінією бойового зіткнення, як на східному напрямку, ну, очевидно, сил та засобів нам не вистачить, аби, я не кажу наступальні дії, так, аби повністю зупинити ворога. Ну, во-первых, нынешняя война, она полностью заставила нас переписывать боевые уставы. Кстати, не только нас, но и все страны мира, у кого есть генеральные штабы, они будут все это переписывать. Потому что война другая. И переписывается это все с колес. Второе. Беспилотные летательные аппараты провели революцию в военном деле. Ну, это как порох. Когда переходили с холодного оружия на порох, на винту, ну, а вот на огнестрельное оружие, это то же самое. Поэтому сейчас само построение введения боевых действий, оно в генштаб, никто реально не понимает, как дальше будет вестись война. В принципе, все вот мы вооруженные силы Украины являются, если брать сухопутные войска всех стран мира, то наши вооруженные силы самые сильные, даже сильнее, если брать наземную компоненту, то есть сухопутные войска, мы намного сильнее даже Соединенных Штатов Америки. Хотя у них такой ресурс большой, но у них нет опыта ведения боевых действий. А у нас есть опыт. И второе, готовы ли сухопутные войска или морская пехота США вести такие боевые действия, связанные с позиционным тупиком. У них нету даже боевых уставов этого. А война зашла именно в позиционный тупик. А что такое позиционный тупик? Это опыт Первой мировой войны. Вот это фронт стоит, и маленькие движения, связанные с разведкой боя, и артиллерия. Помните, мы еще где-то полгода назад или год назад считали количество артиллерийских снарядов, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые противник по нам выпускает и которые у нас в наличии для сдерживания противника. Помните, мы считали? Да. Так, это было по итогам Первой мировой войны. Второе. Вы же видите, что само по себе воздушная компонента, она, ее нету. То есть сами самолеты, именно берем большой воздух. Большой воздух. Ну, это МИГи, Сушки, которые стоят на вооружении, F-16, который у нас сейчас есть, может, Миражи 2000 дадут. То есть самой по себе наземной компоненты нету. Почему? Потому что война из большого воздуха перешла в малый воздух. А что такое малый воздух? Это беспилотный летательный аппарат. Это 10-15 километров, которые контролируют как боевые, так и как ударные, так и разведывательные дроны. То есть само по себе наступление подразделениями, взводами, ротами, батальонами, выстраивание в колонны и проведение ударов сейчас просто невозможно. Почему? Потому что такое понятие, как
Туман войны рассеялся, его нету. Сейчас, как только собирается где-то группа в 10 человек, сразу же разведывательные дроны видят на тактической глубине, и туда прилетает или оперативная тактическая ракета, или РСЗО, или баллистическая ракета. Поэтому само по себе передвижение, раньше, например, как идут колонны подходят, значит, артиллерийская подготовка и боевые, то есть танки, основной род сухопутных войск идут на прорыв, потом штурмовые подразделения, то подобное. А сейчас какие танки? Сейчас как только один танк появится, сразу же увидят, и беспилотный летательный аппарат его может вывести из строя. Кстати, так, для справки для слушателей, время жизни танка во время Второй мировой войны на Восточном фронте, было 3-5 минут. Время жизни танка во время российско-украинской войны, который как только выходит на боевую позицию, тоже 3-5 минут. Вы же понимаете, что сейчас вот все меняется. Именно меняется, и реально, куда она пойдет, какая будет война, никто не знает. Но мы сейчас, еще раз повторяю, российско-украинская война – это война переходного периода. Это война чуть-чуть другая, чем были до того, и войны после того. Вы меня спросили, какие виды вооружений. Да, потихоньку будем переходить на роботизированные системы, то есть войны 5-6 поколения, роботизированные системы. Но сами по себе дроны воевать не будут. Дроны воевать-то будут, но территория будет освобождена. Когда? Когда туда вступит нога пехотинца. Ну, солдата сухопутных войск. Ни спецназовца, ни морпеха, ни десантника, а именно сухопутных войск. Солдат, пехота пришла, закрепилась, окопалась, поставили кухню полевую, выкопали фортификационные сооружения, баню поставили и начали жить именно на фронте. А готова ли западная военная наука и военная мощь к такой войне, чтобы сидеть в окопах? Конечно, она не готова. Вот понимаете, у них нет об этом, поэтому они сейчас реально в шоке. И вот заметили, что министр обороны Соединенных Штатов Америки и других стран наших партнеров периодически прилетают в Киев. Для чего? Для того, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Но это не его уровень. Вот Лой Тойсон, да, сегодня приехал. Это ж не его особо уровень. Он встречается с нашими военными руководителями, военными руководителями, войсковыми и военными. Разница большая, кстати, между войсковым и военным. И встречается, и, в принципе, получает ту информацию, которую мы добываем на поле боя. Извините, я цинично говорю, они не погибают, наши солдаты погибают, но мы таким способом передаем им свои знания, которые мы добыли во время кровавых боев. От, пане Важе, ви згадали про те, що підхід західних військ США, вони значно краще укомплектовані, значно мають більше ресурс, але от до окопних війн вони не готові. Чи я правильно розумію, що загалом все в них так побудовано комфортно, що і війна має вестися в комфортних умовах, і війна має тривати не роками повномасштабно, а так, взяли велику кількість авіації, сили та засоби, за 2-3 дні накрили значно слабшого опонента, там терориста якогось. Та й загалом, якщо дивитися на засоби ППО, то очевидно зараз вже розуміють партнери наші помилку, що треба робити не дорогі точкові системи, а на виснаження, на кожен день дешеві, але аби вони працювали нон-стоп. Ну, западная военная доктрина подразумевала, перед тем, как нога солдата, пехотинца, вступит на территорию, должно что произойти? Классическая воздушная операция. Она называется воздушно-наземная операция. Первая воздушная, идет у Запада очень самая сильная воздушная компонента, действительно. У стран НАТО это одна из сильных видов войск. ВВС у них самое сильное. И связанное с ракетами воздух-воздух, воздух-поверхность. Это действительно есть. В том числе у них очень сильная морская компонента.
Это тоже очень сильно. И, ну, опять же, связанное с контролем морского, морских территорий, а также они вооружены соответствующими ракетами, баллистическими, крылатыми, ну, их не пларбы или ракетоносцы, то же самое, томагавками, там, ну, и тому подобное. Значит, а наземную компоненту у них слабее. Почему? Они ее особо-то не развивали, потому что они находятся, это Европа только находится на континенте, а Британия и Штаты находятся за морями. А раз за морями у них, вот есть, я бы сказал, система, связанная с воздушной компонентой, стратегической ядерной компонентой и морской компонентой. Теперь берем, как это все будет действовать в ближайшее время. Опять же, все без переписания, без разработки, без военной науки и без военного искусства, которое мы сейчас нарабатываем, то наши партнеры, в принципе, не смогут написать все свои боевые документы. Армии, все, как вооруженные силы Украины, как и все армии других стран, воюют по документам. Вот есть, сначала пишется стратегия национальной безопасности, потом стратегия военной безопасности, потом военная доктрина, потом это переходит в нормативные акты, уже виды вооруженных сил, потом видов войск и родов войск. Это та же самая та система боевого планирования, стратегического планирования во всех странах, ну, во всех вооруженных силах мира. Поэтому, знаете, вот как говорю, что без опыта ведения боевых действий, в принципе, армии, которые не воюют, они, можно сказать, это армии паркетные. Угу. Да, паркетные. А вот, опять же, а наши вооруженные силы, они составляют, я говорю, реальную силу. Сейчас, если, опять же, вот так отвлечься без всякой там предвзятости, то сухопутные войска, то есть вооруженные силы Украины, если берем сухопутные войска наши, если брать из стран НАТО, то это самая сильная компонента в странах НАТО. У Штатов и у Турции наземные войска очень большие, ну, именно по количеству, по вооруженности, вооружению, но реально будут ли, опять же, они вести боевые действия так, как мы ведем, не будут, сразу говорю. Согласно нормативов, ну, маленький там, так называемый стандарт НАТО, солдат, когда его выбрасывают на выполнение боевых действий, ему дают паёк на 7 дней. 7 дней. А через 7 дней он уже обязан принимать горячую пищу. У нас по нашим стандартам, то есть по нашим нормативам, но через 2 дня уже солдат должен принимать горячую пищу. Это чтобы вы понимали. Это почему? Потому что опыт это Первой мировой войны, Второй мировой войны, все, что брали, слава богу, оставили лучше от бывшей советской армии, потому что солдат, если он не будет кушать горячей пищи, естественно, у него произойдет, то есть он не сможет выполнять задачи, стоящие вот в тяжелых условиях. Поэтому натовцы 7 дней воюют, потом их меняют, а у нас вот сколько воюют уже? Некоторые подразделения по 2 года, уже и по 3 года пошли. Пане Олеже, хотів би запитатися вас, деякі видання, відразу скажу, непрофільні, пишуть про наступне, що в 25-му році, дуже зараз не люблю вже використовувати це слово, контрнаступ можуть спробувати вдруге втілити Сили оборони України. І от буквально на останні дні знаємо, що там наші партизани діють, підірвали в Олексіївка, якщо не помиляюсь, біля Генічинська, там релейний модуль від логістики росіян. Загалом, по привабливості, якщо говорити, як на лінії бойового зіткнення, найлегше, так, найдоцільніше розпочинати якісь наступальні дії, очевидно, знову ж таки, на півдні, тому що Донбас, рельєф, умови, замінування, абсолютно, мені здається, не мені, а експертам, не придатний для того, аби розпочинати якісь там дії. Як ви вважаєте, взагалі доцільно говорити про контрнаступ в 25-му році? І якщо доцільно, то чи може бути це Крим? І які передумови повинні скластись?
Ну, для того, чтобы было, войска пошли в контрнаступление, они должны быть подготовлены, спланированы и иметь соответствующие резервы, силы и средств. Есть ли сейчас у нас силы и средства? Я к этому отношусь критически. Почему? Потому что, опять же, если брать ситуацию на Восточном фронте, где и развивается тактический кризис на южном фланге Купинского направления, оперативно-тактический кризис на Покровском направлении, Невельский выступ тоже кризис оперативный, Угледарское направление, слава богу, тактический кризис не перерос в оперативно-тактический, и Запорожье начало там разведку боем противник проводить. Кстати, разведпризнак, чтобы зрители знали, как только на определенных участках начали проводить разведку боем, а потом проводится артиллерийская, но сейчас не артиллерийская, а с помощью фабов, вот удары фабами или кабами. Это 100% там в ближайшее время будет какое-то наступление, опять же, тактического или, ну, тактического уровня. Где-то они куда-то пойдут. Поэтому сейчас на Запорожье тоже начали шевелиться. А мы в плановом порядке мы отходим, если брать восточную составляющую. Нам бы Покровск защитить, сейчас Селидово, Селидо, Курахово, сейчас в районе Курахова тактический кризис, который могут взять и, в принципе, и в окружение. Поэтому я в настоящее время так бы даже далеко не заглядывал. Я бы, если был бы на уровне тот, кто планирует ведение боевых действий, я бы прежде всего локализовал бы или стабилизировал обстановку на Восточном фронте. Про юг я сейчас не говорю. Российско-украинского, итоги российско-украинской войны будут решаться на Восточном фронте. Южный фронт сам по себе, вот вы меня спросили про Южный фронт и тому подобное, там пробить эту оборону, которую выстроил, ну, так и называется, линия Суровикина, но это просто так называется, чтобы долго не объяснять, что это такое. Это серьезные фортификационные сооружения, которых пробить мы смогли только дойти до летом 23-го года, мы смогли только дойти до куда? Дойти до первого эшелона. Новопрокопивка, а первый, да? Эшелон, первый эшелон там три линии, само по себе там три линии в первом эшелоне. А есть еще второй эшелон, а есть еще межэшелонное пространство, это минные поля. Поэтому само по себе я бы на южном фланге, чтобы пробить тем вооружением, что у нас есть вот в настоящее время, вооружением, та боевая техника и отсутствие воздушного прикрытия наступающих войск не дает мне основания говорить, что у нас там будут, мы будем там иметь успех. Не дает основания. Потому что без наступления, без воздушного прикрытия это невозможно делать. Я не знаю, как в Академии генштабов, когда учат будущих генералов, это, ну, когда они планируют наступательные операции, оперативно-тактического или оперативно-стратегического уровня, это первое. Воздушное прикрытие – это самое главное. Вы меня теперь спросите, сколько необходимо самолетов для того, чтобы организовать воздушное прикрытие? Я вам скажу, армии 200-300 летательных аппаратов, то есть самолетов 200-300. Поэтому есть ли у нас такое количество самолетов? Сами ответьте, есть или нет. И второе. Для того, чтобы 200-300 самолетов, это армия где-то воздушная, это где-то по эскадрилье 30 самолетов. Вот возьмем 30 самолетов. Сколько надо? Один аэродром, 30 самолетов. Это 10 аэродромов. Да? 10 аэродромов. И у нас построены для ангары для того, чтобы защищать самолеты от баллистических или другого вида вооружений. Не построены. А в принципе, у нас стратегическая глубина такая, что противник не достанет до данных самолетов. Достанет. Вы же понимаете, вот в чем проблема. Мы же можем тут рассказывать, ну, вести всякие рассуждения о том, что да, мы зайдем, пойдем. Да, мы зайдем. А как есть, еще раз, в военном искусстве есть такое понятие. Политическая задача в войне, политическая и военная.
Так вот, само по себе политическая задача может решаться и политическими методами, дипломатической. А военная задача, конкретно, военная задача, военная цель – выйти на такой-то рубеж, значит, уничтожить противника, уничтожить группировку противника, выйти на такой рубеж и окопаться. По южному флангу я уже сказал, что сейчас это большая проблема. По восточному флангу, Есть определенные участки, где это делать возможно, но я не вижу, почему наш Генштаб это дело не делает, то есть не проводит контрнаступательные мероприятия, а выбрал Курское направление. Но это Генштабу виднее, но на линию боевого соприкосновения на восточном фланге, фронте, Курская наступательная операция, а сейчас она уже называется оборонительной операцией, в принципе, никакого влияния не окажет. Пане Олеже, я вам дуже дякую за вашу розмову з вами, за вашу експертну оцінку того, що відбувається на фронті. Відразу попрошу наших глядачів, звичайно ж, підписатися, прокоментувати, поставити лайк і, звісно ж, поділитися нашою розмовою, тому що дуже важливо знати фахово, почути фахово, що відбувається у цій війні проти Росії. Пане Олеже, ще раз вам дякую. Да, до свидания. У меня есть YouTube-канал свой, где я читаю лекции на YouTube-канале. Сейчас просто лекции ж нельзя читать, а там я лекции читаю, конкретно что происходит. Поэтому, если будете меня смотреть на моем YouTube-канале, вы узнаете намного больше по линии, опять же, военного искусства и военной науки. Ось тут буде активна ссылка під нашим відео, нашою розмовою на YouTube-канал Олега Сталікова. Ще раз вам дякую. До свидання. Спасибо. До побачення. Нагадаю, з нами був Олег Старіков, експерт сектору оборони та безпеки. Мене звати Ігор Гаврищак, і ми з вами традиційно побачимось в ефірі 24 каналу.